Всем привет! Ну, а это видео сняла типичная Нитакуся, которая считает, что все должны знать, что она Нитакуся. Всем привет! Я хотела обратиться к одному человеку, но вы тоже, ребят, можете послушать. В общем, он утверждает, что меня можно купить. Главное – подобрать цену. Так вот, что я тебе скажу, дорогой мой друг. Это невозможно. Если бы меня можно было купить, я бы уже жила гораздо лучше, чем живу сейчас. Но я не выбираю легких путей. И да, мне не позволит моя совесть кому-то продаться. Поскольку меня воспитывал дедушка, полковник, прошедший Афганистан, полковник воздушно-десантных войск, который занимал все время руководящей должности, ни разу этим во благо себе не воспользовался. Ну, у меня его воспитание. Я просто не могу его подвести в память о нем, да и принципы мои мне это не позволяют. Так что не всех можно купить. Не всех. Знаете, мне это напоминает такую фразу. Я бежала за вами 10 километров, чтобы сказать, как вы мне безразличны. А по факту просто деваха набивает цену в глазах аудитории, думая, что если она скажет, что вот она такая вся правильная, что она не такая, и ей поверят. Поверьте мне, когда женщина открывает рот, я сразу понимаю, врет она или нет. Так вот эта вот деваха точно врет.